6 марта по церковному календарю почитается святой Тимофей, которого в народе называли Весновеем. Считается, что с этого дня приходит весна. Ее Тимофей Весновей приносит. А приметы на 6 марта предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник. С этого дня начинали дуть теплые ветра, поэтому в народе говорили «Дожить бы до весновея, а там зима не страшна». Тимофей Весновей уж тепло у дверей. На Тимофея Весновея, как ни злись метелица, все равно весной веет. Была и такая поговорка «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на заваренку и смотрели, какова погода во дворе. Если день выдавался погожим, такой же должна быть и вся весна. Слушали также гром, если первые раскаты послышатся при северном ветре, это к холодной весне, при восточном ветре – к теплой и сухой, при южном ветре – просто к теплой весне. Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах. Старики советовали молодежи проводить в этот день больше времени на свежем воздухе, потому что это позволит укрепить здоровье и уберечься от болезней. Крестьяне собирались с шумными компаниями, рассказывали истории, шутки и прибаутки. Молодежь также проводила время в работах по дому. Сегодня приходит весна, и ее положено встречать. Для этого с самого утра люди делают уборку в доме. В чистый дом весна заходит с радостью. Приметы на 6 марта говорят, что если сделать сегодня уборку в доме, то весна принесет богатство в убранный дом. Также сегодня нужно веселиться и радоваться. Можно накрыть праздничный стол и встретиться с друзьями, чтобы весна была веселой. А еще приметы на 6 марта советуют сегодня обязательно выходить погреться на солнышке. Кто так сделает, у того будет крепкое здоровье весь год. Также сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы отказаться от вредных привычек. В этот праздник это будет сделать особенно легко. А вот что же категорически нельзя делать в этот день? Нельзя сегодня бросать ранее начатые дела, а то уже никогда их не закончишь. Нельзя употреблять алкоголь и курить. Нельзя сегодня поливать растения. Сажать их тоже нельзя, погибнут. Кстати, если сегодня купить обувь, то она будет служить без сноса. Издавно к нам дошло очень много верований, связанных с 6 марта. Есть поверье, что именно в этот день можно определить, какой будет весна и какой урожай принесет лето. Для этого 6 марта выполняли определенные ритуалы, чтобы задобрить духов. В этот день начинает веять теплый ветер. Вся природа оживает и готовится встречать весну. Обычно 6 марта стоит ясная погода, но иногда случается и метель. Это очень хороший знак. Ухудшение погоды в этот день означает, что год будет урожайным. С древних времен сегодняшний день оповещал о начале работы на поле. Люди знали, что это идеальное время для удобрения земли и ее орки. Народ верил, что именно в этот день старики впервые после холодов выходили на улицу, чтобы поговорить и поделиться информацией, накопившейся за зиму. Была поговорка ⁇ Теплом веет, кости греет ⁇ в этот день люди могли сидеть на скамейке и не замерзнуть, потому как время близилось к весне. 6 марта было принято оставаться как можно больше времени на улице. Таким образом, люди хотели укрепить иммунитет и улучшить свое здоровье. Считалось, что пойти в гости в этот день – очень хорошая примета. Люди дарили небольшие подарки, которые ассоциировались с приходом весны – также сегодня идеальный день, чтобы пойти отдыхать на природу. Христиане бросали все дела и уединялись с природой. Сегодня планировали, что именно будут садить в огороде. Это был очень важный вопрос, так как от него зависела дальнейшая жизнь всей семьи. Люди подходили к нему очень ответственно и внимательно. Решали, какие культуры лучше посадить, а от которых отказаться. Хозяйки размышляли об этом на протяжении всего дня, наблюдая за поведением погоды. В народе считается, что те, кто родился в этот день, отличаются упрямством и упорством в делах. Такие люди не привыкли полагаться на судьбу. Они сами борются за право на жизнь. Рожденные сегодня знают цену настоящим чувствам и умеют их ценить. Они привыкли к тому, что жизнь не балует их, но со стойкостью переносят все перипетии судьбы рожденные 6 марта, не жалуются на жизнь. Они несут свой крест с высоко поднятой головой. Такие личности никогда не наговаривают и не врут. Они очень ценят хорошие человеческие отношения. Для них любовь и дружба – это не просто слова. Именинники этого дня – Захар, Тимофей, Григорий, Иван, Ян. В качестве талисмана таким людям подойдет аметист – этот талисман сможет защитить их от сглаза и порчи и придаст уверенности в собственных силах. Аметист поможет начать новые проекты и выгодно завершить старые. Согласно народным приметам, если днем сегодня дует ветер с востока, то ждите раннюю теплую весну. Но если ветер с юга, то весна будет холодной и дождливой. Если птицы прилетели с теплых краев, скоро ожидайте оттепель. Если на улице метель, то урожай будет благодатным. Если весна рано наступила, ждите теплую осень. Если начал таять снег, то скоро будет весна. За окошком слышно пение птиц, лето не за горами. В эту ночь, как правило, снятся позитивные вещи сны, которые могут очень многое рассказать о вашем будущем. С их помощью вы сможете лучше узнать, чего ожидать от судьбы. Если вам приснился плохой сон, то не стоит паниковать раньше времени. Возможно, он характеризует ваше душевное состояние. Необходимо внимательнее присмотреться ко всем деталям сна и только после этого делать какие-то выводы. Приметы на 6 марта говорят, что если сегодня купить себе новую обувку, то ей сноса не будет и она привлечет богатство. Все дела сегодня нужно обязательно доводить до конца. Или даже не начинать, если подозреваешь, что не сможешь закончить. Нельзя сегодня пить спиртные напитки. Будет ухудшение здоровья и привлечешь неурядицы. Если сегодня снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края, скоро будет тепло. Если же края крутые, ожидай холодных дней. Ручьи рано потекли, примета того, что сев тоже будет ранним. Если в этот день увидеть зайца беляка, значит в ближайшее время пойдет снег. Если ласточки прилетели, вскоре наступят теплые дни. В этот день нельзя сажать растения или поливать их, все равно они не будут расти. В народе считалось, что родившимся в этот день суждено помогать престарелым родственникам. Носить им следует хризолит, как оберег.